Друзі, наступна наша тема. Я знаю, що знову ж таки багато запитань стосовно цього було. Гостре пошкодження нирок при бойовій травмі. І маю надію, у нас вже на зв'язку є наш наступний спікер. Це лікар-анестезіолог вищої категорії, заслужений лікар України, завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії номер 1 Дніпровська обласна клінічна лікарня імені Мечникова Володимир Миколайович Дубина. І знову ж таки, Володимир Миколайович, ми у вашому обличчі дякуємо лікарні імені Мечникова за порятунок військових, за вашу допомогу. Низький вам уклін, вам слово, не перебиваю. Доброго дня. Доброго дня. Пробачте за те, що я передала російську мову. Прошу мене перебачити, це буде більш швидше. Прошу прощення, що опять ми починаємо наши опыты делиться, наши конференции по поводу такой тяжелой проблемы, как боевая травма. И огромная благодарность всем, кто сейчас слушает, и тот, что на боевом посту, и огромная благодарность, низкий поклон всем тем, кто нас сейчас защищает. Тема «Острое пошкоджение нырок у пациентов с боевой травмой». В течение с 2014 года мы работаем с боевой травмой. К сожалению, мы имеем уже достаточно большой опыт. И одно из больших аспектов, которые нам заставляют акцентировать внимание, это, конечно, реконструктивная хирургия на отдаленном более спокойное время. И в более тяжелое время это хирургия неотложная, когда поступают массово, поступают 8, 12, 16, 24 человека одновременно. Какое-то время у нас, благодаря тому, что было более-менее спокойное время, мы могли немножко отдохнуть. Сейчас начинается все снова. Больница Мечникова, я не открою самой большой тайны военной, это известно, огромное лечебное учреждение на 1175 коек, имеющееся в своей структуре 6 отделений анестезиологии и интенсивной терапии. Структуры именно анестезиологической помощи, они направлены, они целенаправлены, они берут узкую специализацию, соответственно, получается более четкая эффективность, более четкое понимание в структуре. С 2014 по 2019 год, когда поступали наиболее сложные, наиболее большое количество раненых, мы пролечили 984 пациента. Следующий. Эти пациенты с боевой травмой. Что мы сейчас понимаем под словом «боевая травма»? Это поранение, отриманное в результате боевых дий в зоне проведения антитеррористичной операции. Этот антитеррористичную операцию, как оно было, эта фраза у нас звучала в 2015-м, я делал доклад, мы делились опытом в 2016-м. Сейчас эта фраза должна быть просто одним заменена словом «идет война». Следующий слайд. Ну, один из моментов нашей работы очень запомнился мне лично и всем моим коллегам 11.07.2014, когда практически мы с поля боя без первичной хирургической помощи получали тяжелых пациентов. Это Зеленополе. Следующий слайд. Одновременное поступление такого количества потребовало максимально мобилизоваться, мобилизовать операционные, мобилизовать бригады. И только благодаря тому, что в больнице Мечникова проводились тренинги, благодаря тому, что мы ориентируем по хирургии, нейрохирургии, травматологии, активно принимаем пациентов с политравмой в случае каких-то либо катастроф, дорожно-транспортных происшествий, нам удалось справиться с этой ситуацией. Вот это вот сутки работы. Это 11,5 литров эритроцитов, 12 литров свежезамороженной плазмы для адекватного восполнения пациентов. Все они поступали в состоянии шока. Война, боевая травма, пациенты либо переносят состояние шока, либо находятся в состоянии шока, либо
находятся в состоянии рефрактерного шока и крайне тяжело с ними бороться в данном случае. Что нужно в первую очередь быть готовым к чему? Быть готовым к тому, что каждый может быстро знать точное свое место работы, свою инструкцию, быстро мобилизируются все силы лечебного учреждения и в данном случае готовы принимать и оказывать медицинскую помощь. Есть особенность в отличие от мирного времени. В случае войны большой процент пациентов поступает после нанесения, после того, как на них воздействие, именно взрывная травма, минно-взрывная травма, как мы уже это пришли в сленг, минно-выбуховая травма, сокращенная МВТ. Чем отличается эта травма от обычных травм, к которым мы привыкли? Это достаточно сильное энергетическое воздействие, это множество повреждающих факторов, таких как термический фактор, ударная волна, множество осколков как непосредственно боевой части примененного оружия, так и осколков, которые в дальнейшем травмируют жизненно важные органы и системы. Это осколки, собственно, костей пациента, это осколки мебели, стен и всего, что находится вокруг. Прошу обратить внимание, что на минно-выбуховую травму приходилось, учитывая опыт нашей работы пятилетней, да, приходилось 78%, только 22% на огнестрельные ранения. Все пациенты сопровождались с клиническими проявлениями выраженного синдрома полиоргана недостаточности, который либо выраженные проявления предиктора синдрома полиоргана недостаточности обусловлены гипоперфузией ткани в результате дефицита объема циркулирующей крови, в результате нахождения пациента в травматическом шоке, а также значительной массы большого массива тканей поврежденных с резорбцией продуктов их распада и повышением, соответственно, также количества маркеров продуктов распада. Ну, тяжесть пациентов, поскольку все-таки к нам больше поступали пациенты, которые требовали высокоспециализированной помощи, более легкие ранения к нам не поступали, соответственно, и из всех пациентов, которые мы пролечили, это было на тот момент, когда эти цифры мы подбирали, порядка 2000 пациентов, 39% требовали нахождения в отделении интенсивной терапии с коррекцией витальной функции. Достаточно весомое, большое количество пациентов, весомая доля. Самое первое и значимое в необходимой терапии, и к этому мы в дальнейшем подойдем, к лечению именно острого пошкоджения нервов, это мультимодальный подход. Команды должны быть организованы таким образом, что все вопросы по тактике и стратегии согласовываются и решаются. Нельзя не учитывать никакие элементы, никаких элементов нельзя пропускать развитие травматической болезни. Все должно учитываться. Поэтому травматологи, хирурги, нейрохирурги, анестезиологи работают как одно единое целое. Одно из понятий, которое мы с 2014 года пришли к нему и часто используем в работе, это санация, активная хирургическая тактика и санация очага. Санация очага, будь то как привести параллели с сепсисом. Непросанированный очаг послужит тому, что все наши усилия лечения септического процесса будут не введены в ноль. Неадекватная санация, неадекватная иммобилизация приведет к тому, что все наши усилия будут напрасны. Но, с одной стороны, здесь очень тонкая линия. Если пациент нестабильный, то damage control, о котором говорилось, и в то же время активная хирургическая тактика, они должны быть даже в некоторых эпизодах, чередовать друг друга. Позволяет пациента прооперировать, мы к этому вопросу возвращаемся, мы оперируем.
хирурги оперируют, мы подготавливаем к хирургическому лечению, не позволяет, наша задача попытаться сбалансировать. Если не можем стабилизировать без помощи активной хирургической помощи, то в данном случае нужно рисковать, нужно смотреть. Но следующий слайд. Ну, это один из диагнозов, который пациент у нас находился по тяжести. Он нам очень сильно запомнился, он был очень тяжелый, и мы приводили все максимум усилия для его лечения. Вот. К сожалению, этот пациент, мы не смогли ему помочь. Этот пациент в дальнейшем у нас погиб. Следующий. Из этой группы пациентов, которые поступали с боевой травмой, теперь более подробно, более четко, именно к гострому пошкоджению нервов. 33% пациентов имели в какой-либо степени проявления, клинические проявления лабораторные, признаки острого нарушения функции почек. Из этих пациентов, имеющих острое нарушение функции, нам удалось в 85% справиться консервативно. То есть адекватное восполнение, коррекция объема циркулирующей крови, коррекция ацидоза приводила к восстановлению, нормализации диуреза, выход пациента в полиуреческую стадию острого повреждения почек. И только в 15% мы проводили заместительную почечную терапию. Следующий. Какими признаками, на что мы ориентировались при оценке? Когда пациентов достаточно немного, мы можем себе позволить провести исследование креатинин-киназы и уровня миоглобина. Это четкие маркеры, которые нам говорят и дают сигналы, что мы должны делать. Пытаться бороться, например, сохранять конечность, либо не пытаться. Когда пациентов много, когда несколько поврежденных сегментов, на вопрос, как говорят мои коллеги, а какой у него миоглобин либо креатинин-киназа? Ну, больше 10 тысяч креатинин-киназа. Она не снизится, нужно 5-7 дней. Оно перестает, эти маркеры перестают уже в дальнейшем быть более такими надежными маркерами, которые нам покажут тяжесть состояния. Здесь мы опять возвращаемся к клинике. Если клинические проявления, начиная с самого простого, суточного диуреза, оценки скорости диуреза, почасового скорости диуреза, если уровень лабораторных нам напрягает, говорит о том, что растет мочевина, растет креатинин, именно скорость прироста, на которую нужно оценивать внимательно. Ну, есть стандартные протоколы. В мирное время, если скорость прироста больше уровня мочевины, больше 10 ммоль в сутки, нужно поднимать вопрос о заместительной почечной терапии. У пациентов с боевой травмой уровень прироста может достигать и 20, и 30 ммоль. Только мы восстанавливаем параметры гемодинамики, только мы восстанавливаем объем циркулирующей крови, только пациенту становится легче, он становится уже более теплый, он проявляет более активные такие признаки, что ему становится наше лечение лучше, в тот же момент с этих тканей у нас появляются продукты распада. Если печень синтезирует, синтезируется уровень мочевины, если не синтезирует, то там есть другие маркеры. Что очень большое количество вреда наносят так называемые продукты, которые мы можем отнести к средним молекулам. Средние молекулы, да, это стандарт. Если мы понимаем, что сверхмалые молекулы в крови – это электролиты, это мочевина, креатинин, средние молекулы – это миоглобин, бета-2 микроглобулин, также интерлейкины. И большие молекулы – это альбумин, это тумор-некротический фактор, иммуноглобулины М. В данном случае, вы увидите на презентации левая внизу табличка, на эти же маркеры, на средние молекулы, и проводится наша вся терапия заместительной почечной терапии. Для чего? Потому что наша целевая задача – это вывести с помощью этих самых всех наших методов именно эти необходимые вредные факторы. Следующий.
Критерии выбора метода заместительной почечной терапии может быть различны. Какими методами мы используемся? Да, в идеале это продленная веновенозная гемодиафильтрация. Это в идеале. Почему она в настоящий момент, и когда пациентов много, мы ее не стали использовать часто? Это дорого, это энергозатратно, это выбивает целую команду анестезиологическую, это не позволяет нам быстро поменять тактику хирургическую. Почему? Потому что более мягкая, более активная ферентологическая помощь использованию веновенозной гемодиафильтрации – это использование либо антикоагулянтов, либо цитратного антикоагулянта не позволит нам в этот момент вмешиваться активно и провести либо санацию очага, либо провести какое-то оперативное вмешательство. В то же время просто обычный интермитирующий диализ не позволит нам проводить и достаточно эффективно эксфлюенцию, удаление тех продуктов распада и то, что будет усугублять. То есть простым интермитирующим диализом мы можем скоррегировать электролитные нарушения, например, гиперкалемию, критическую гиперкалемию. Позвольте напомню, что пациенты будут либо длительным нахождением кровеостанавливающего жгута турникета, более 2-3 часов. При неправильном открытии вы понимаете, что оттуда, мы все понимаем, будет массивная резорбция продуктов распада. Либо пациенты доставлены из-под завалов, либо с давлением, с элементами массивного рабдомиолиза. Поэтому элементы... Вот эти все повреждающие элементы приводят к тому, что гиперкалемия является одним из основных ключевых факторов. Есть необходимость, нужно ставить вопрос и проводить сразу. Но если мы хотим более эффективного использования ферентологической помощи, мы должны использовать гемодиафильтрацию либо продленную веновенозную гемофильтрацию. Но имея это на вооружении, можно подбираться, можно чередовать в данном случае. Следующий слайд. Ну, это вот примерно процентное соотношение. Обратите внимание, всего лишь 25% интермитирующих гемодиализ, там, где были грубые нарушения со стороны электролита. Как правило, если бы мы не взяли этих пациентов на диализ, причем в любое время суток, ночью, выходной день, ну, это нужно брать тогда, когда возникает вопрос, и сразу, то эти бы пациенты погибли. 59% была проведена терапия продленной веновенозной гемодиафильтрации. Это более щадящий, более надежный метод. Но если у этого пациента нет стабильного надежного гемостаза, мы не можем, с учетом высокого риска кровотечения, мы не можем использовать этот метод. Остается тогда и интермитирующая гемодиафильтрация. И в данном случае, в этом методе интермитирующей гемодиафильтрации, использование современных методов high-flow фильтрации, когда аппарат готовит, и мы за 2 часа меняем порядка 10-15 литров жидкой части крови, приводит эффективность нашу всю эту работу и позволяет пациенту спасти жизнь. Следующий. Все очень просто. Насколько пациент быстро приостановлено кровотечение, жгут, давящая повязка, насколько он быстро восполнит и согрет, насколько быстро проведена противошоковая терапия, тем больше шансов, что пациент не будет подвержен грозному осложнению, как острая почечная недостаточность и дальнейшее развитие полиорганной недостаточности. Буквально 2 слова. Это пример, который был у нас в 2014 году. Этого пациента привезли в крайне тяжелом состоянии. Здесь все закончилось, слава богу, хорошо. Здесь работали и травматологи, и хирурги, и мои коллеги-анестезиологи. Мы начинали, заканчивали потом коллеги из реанимации гнойно-септического профиля. И именно вот сейчас этот пациент, слава богу, все с ним замечательно. Но
момент его поступления, в нем находилось, у него не было наложено жгута, но не был наложен кровоостанавливающий жгут, он поступил достаточно, но кровотечение было остановлено с достаточно сложно, вы видите из диагноза, сложными ранениями и с низким давлением. Буквально через 4 часа, когда нам удалось на фоне нашей терапии поднять уровень артериального давления, и как бы мы уже так понимали и планировали идти на какую-либо операцию фиксации, возникло очень грозное осложнение, брадикардия, потом и комплексы электрокардиограммы все деформировались, и практически чуть ли не наступила электромеханическая диссоциация, то есть по новой классификации это электрическая активность сердца без пульса. Причиной ему было в том, что из его правой нижней конечности, восстановив гемодинамику, из правой нижней конечности начали всасываться продукты распада. Тот уровень мы когда определили, калий достигал 7,8. Мы провели 30-минутный диализ. За 30 минут мы снизили уровень калия до 5,5, после чего наложили жгут сразу же, провели диализ, после чего была проведена ампутация правой нижней конечности. В дальнейшем он еще провел у нас 3 сеанса, восстановилась работа почек, и пациента мы вылечили, отправили дальше на реабилитацию. И этот пациент нам очень сильно запомнился. 47 дней в отделении интенсивной терапии. Это уже событие 2019 года. Молодой парень. Замечательно то, что потом он пришел спустя 3 месяца, и мы его даже не узнали. Он сначала к нам пришел на костылях, а уже на следующий год, когда он там восстановился и социально, и нашел свою точку приложения, он пришел на протезе. Но когда только быстро перемещается, видно о том, что у него этот протез так практически не замечательно, все отлично восстановился. У него было проведено где-то около, ему было проведено 6 сеансов продленной веновенозной гемодиафильтрации и около 16 сеансов интермитирующий. Но почки его восстановились. Почки его восстановились, и пациент у нас, в принципе, нас порадовал. Вот, следующее. Я не буду больше задерживать. Я желаю всем перемоги, добра та счастья. Ми теж бажаємо всім перемоги, і знову ж таки, я вам дякую за вашу роботу, і не тільки я, дуже багато повідомлень, от, до прикладу, дякую за високий рівень професійності і змістовність доповідей, і таких слів вдячності, направду, дуже і дуже багато. А тепер ще буквально кілька хвилин відповісти на запитання, враховуючи, що є запитання від наших глядачів. От перше, які рекомендації по знеболенню при бойовій травмі? Є проблема надмірного та невиправданого використання опіоїдів, які в подальшому можуть мати невтішні наслідки. Який ваш особистий досвід? Смотрите, здесь достаточно на этот вопрос нужно отвечать так. Нужно использовать все, что мы имеем, и все, что мы умеем. Имеем и умеем. Если вам доступно из проведения мультимодальной анальгезии, если вы можете использовать парацетамол и комбинировать его с опиатными анальгетиками, если вы можете использовать нестероидные противовоспалительные, в идеале, если вы можете выполнить блокаду, установить эпидуральный катетер, у вас есть возможность это сделать, это все нужно реализовывать. Пациенты, которые поступают сейчас, они все поступают с выраженной болевой доминантой. Очень тяжело с ними, они поддаются лечению. Почему? Потому что даже просто дотрагиваясь до их кожи, вызывает бурную реакцию, такое ощущение у них на тактильное восприятие, у них ощущение, что их как будто бы там кожа обожжена кипятком, что на самом деле не так. Но это выраженная, сформированная болевая доминанта.
Мы активно используем, если есть возможность, если пациент может принимать таблетированные препараты, мы используем пригабалин и габалептин. Обязательно мы используем в том случае, если вынуждена была проведена ампутация. Или пациенты с травматической ампутацией, но он может это принимать. То есть законы мультимодальной анальгезии не должны быть здесь. Это 3-4 компонента одновременно воздействовать. Но прошу вас не забывать, очень часто тоже использование высоких доз нестероидных противовоспалительных препаратов может привести к развитию почечной недостаточности, да, и оно приводит, и мы видим таких пациентов. Использование большого количества нестероидных противовоспалительных, особенно метамизола, натрия, анальгина, который есть, доступен, и мы им тоже работаем, и правильно, им надо работать, но может приводить к формированию как агранулоцитоза и как, что очень опасно, тромбоцитопении. Почему? Потому что тромбоцитопения у пациентов с боевой травмой в результате кровопотери, плюс мы дали препараты, мы получили угнетение тромбоцитарного ростка, это не хорошо для пациента. Я думаю, что можно следующий вопрос, если есть. Так, звичайно, є. Дякую за відповідь. Дуже багато запитань стосовно того, як знімати джгут, коли пройшло більше 6 годин після накладання. Ну, у меня рядом присутствуют коллеги, которые будут дальше докладывать. Сергей Олегович Косульников, я 2 секунды, я не ухожу от вопроса. Виталий Анатольевич Фелих, и, может быть, даже вы услышали их комментарии. Вот это вопрос. Объясняю, если пациент находится более 6 часов под жгутом, то вероятность того, что эта конечность живая, практически нет. 6 часов отсутствия кровотечения, вы должны понимать, что, сняв жгут, вы получите очень грозное осложнение, с которым можете не справиться. И здесь в первую очередь нужно оценить возможность, надо ли нам рисковать, восстанавливать кровоток уже в мертвой конечности. Дякую. Я розумію, що запитання, можливо, трохи такі банальні для професіоналів, але, знову ж таки, нас дивляться не тільки ваші колеги, тож я перепрошую за такі запитання одразу. І, звичайно, Сергієм Олеговичем і Віталієм Анатолійовичем ми ще обов'язково поспілкуємось і чекаємо на їхні виступи. Ще запитання. Підкажіть, пожалуйста, методи корекції гіперкаліємії при відсутності еферентних методик в ЛПУ? Отлично. Отличный вопрос, и это правильно. Методы у нас те, которыми владеют все анестезиологи, должны владеть все хирурги, травматологи. Это достаточно простые. Мы должны вводить препараты, которые будут снижать токсическое воздействие гиперкалемии на ткани и системы. К ним относятся препараты, которые будут сначала либо являться прямыми антагонистами, и, к сожалению, у нас нет, либо функциональными антагонистами. Кальций-глюконат, который должен быть в лечебном учреждении. Пытайтесь его найти, пытайтесь его сохранить. Он вам понадобится по одной простой причине. Помимо того, что он будет необходим при гиперкалемии, если у пациента проводится гемотрансфузия, значимая гемотрансфузия, 2, 3, 4, 5 доз эритроцитов, свежезамороженная плазма, смею вас заверить о том, что единственное у нас, любые из консервантов, единственное действующее, эффективное, там находится цитрат натрия. Цитрат натрия будет приводить к гиперкальциемии, а кальций – это 4-й фактор свертывания. Не будет у нас фактора свертывания, не будет у нас кальция, мы не сможем остановить кровотечение. Кальций-глюконат – раз. Сода, натрий-гидрокарбонат есть в лечебных учреждениях. Используйте. Не надо вливать 200 сразу. Есть возможность, введите 50, через 15 минут еще 50 мл. Необходимо через 15 минут откройте колесико на системе, введите еще 50 мл. Почему? Потому что злоупотребление натрием гидрокарбонатом будет приводить к достаточно неуправляемой гипернатриемии, которой потом очень сложно бороться.
Использование глюкозы 40-процентной, 10-процентной, при этом рука не поднимается при нестабильном гемостазе, при кровопотере. Но как вариант, если есть либо 40, либо 10-процентная, надо вводить, пусть калий частично. Будем все надеяться, что он пойдет следом за глюкозой. Не совсем это, к сожалению, так, но в данном случае это надо использовать. Кроме этого, если у нас нет возможности провести инструментальный диализ, у нас есть возможность у пациента, у кого это возможно, проводить энтеральный диализ. Назначать, ну, необходимо сорбенты, назначать нужно лактулозу. Лактулоза будет, во-первых, послаблять и вызывать диарейный синдром, и нам это надо. Пусть вместе с сорбентами из диареи выходят как шлаки, так и необходимая вода. Кроме этого, лактулоза в кишечнике предотвратит дальнейшее всасывание скотола эндола, который у нас всегда есть в анаэробных условиях, там живут микробы, они там тихонечко выполняют свою полезную функцию по пищеварению, по поддержанию нашей жизни. И когда у нас все органы системы хорошо работают, все идет замечательно. Когда у нас перестает работать либо печень, либо почки, то в данном случае лактулоза пойдет нам на пользу. Итак, кальций, сода, глюкоза, сорбенты. Володимир Миколайович, я можу вам подякувати тільки і побажати витримки. Тримайтеся, будь ласка, бо, знову ж таки, ви разом з нашими військовими на передовій боротьби. Дякую вам, низький уклін і трошки відпочинку вам бажаю, правда. Це от, от хочеться, щоб у вас було, було трошки часу для відпочинку. Ми разом з вами тримаємо тил теж, як тільки можемо.